Всем доброе белорусское утро. Я наконец-то выспалась после перелета. Хорошо поспала, часов, наверное, 10 где-то. Сейчас у нас половина третьего. Я вот встала полчаса назад, сделала себе сейчас патчи, конечно же, на глазки. И сейчас сделаю себе маску-тряпочку на лицо. И после этого буду завтракать и собираться в салоны красоты. Так что сегодня будет у нас массаж. Буду восстанавливаться после перелета. Буду делать ногти себе. Так что, в общем, сегодня такой день красоты. Ну что, вот такой вот получился завтрак. Нет времени особо на кулинарное искусство, поэтому быстренько приготовила 2 яйца. Немножечко овощей нарезала, немножечко листьев салата и положила буквально 1 ложечку тунца в масле. Хорошая норма омеги для завтрака. Дальше сварила кофе и немного сейчас добавлю Бейлиса, кофеечек. Будет очень вкусненько. Вот так вот. Ну что ж, доброе утро. Ну что ж, я в салоне. Посмотрите, какая огромная палитра гель-лаков, дизайнов, различных украшений. Пью чаечек крепкий. И выбираю цвет на сегодня. Это будет что-то нюдовое, говорю сразу. И сразу, в принципе, покажу вам дизайн. Вот такой получился дизайн. Вот такой оттенок. Очень красивый нюд. 2 оттенка нюда. Такой бежевый, очень приятный. И один ноготочек такой холодный серый. И также вот такое красивое серебряное украшение на одном пальчике. Сделали. Мне кажется, получилось очень женственно, очень красиво. Не будет меня отвлекать. То есть это не какой-то кричащий цвет, не черный. Мне кажется, на зиму вообще прям просто топ. Приехал очередной потрясающий букет клубники в шоколаде. На этот раз это такая большая корзина. Здесь также есть цветочки. Смотрится очень нежно, очень мило. Безумно вкусная клубника, как всегда, и очень красиво. Сейчас я выдвигаюсь в Березку. Очень давно не видела своих любимых друзей и подруг, поэтому начинаю наконец-то с ними видеться. И сегодня, как я уже сказала, будем в Березке. Очень хорошее место, очень уютное для теплых таких прекрасных вечеров. У них безумно вкусное ризотто с креветками. Обязательно попробуйте. Также тут вяленые томаты. И мы взяли еще попробовать вот такую вот печень с кедровыми орешками и вишней. Ну что ж, у нас в Минске за окошком декабрь. Выпал первый снег. Красота на улице. Конечно, холодно, но Минск очень красивый город, в котором обязательно стоит побывать. Минск для меня город для жизни, вы это знаете, я его очень люблю. И сегодня мы с вами отправляемся в Национальный художественный музей Республики Беларусь, где проходит выставка, которая называется «Жаночий род». Это картины, которые показывают жизнь, непростую, нелегкую жизнь белорусской женщины. Картины, скульптуры, вот такие интересные, смотрите, кувшины в виде женской фигуры. Также нам экскурсовод рассказывала про историю белорусского национального женского костюма. У меня абонемент в наш национальный музей. Я здесь нахожусь абсолютно каждую неделю, если я есть в Минске. Посещаю экскурсии. Экскурсии проводятся по четвергам. Они абсолютно всегда разные, тематические, потому что все-таки выставки тоже меняются. Да? То есть у нас есть основной корпус, где основная композиция, и выставочный второй корпус, где всегда меняются композиции, и они очень интересные. Так что я сейчас ходила, бродила по данной выставке. У нас очень была сегодня приятный экскурсовод, который проводил нам экскурсию на белорусском языке. И сейчас я вам покажу вот эту картину, которая очень хорошо отображает белорусскую женщину, ее силу, ее мощь. Вот видите, такой космос, он взорвался, и белорусская женщина все равно идет вперед. Видите, как ей тяжело,
но она сильная, она мощная, она все тянет на себе. Это отображение белорусского характера. И даже если женщины, весь мир взорвется, все равно белорусская женщина выстоит, будет стоять за свою семью, за своих близких и детей. Это очень сильная выставка, повторюсь, называется «Жаночий род». Будет она проходить до середины января, если я не ошибаюсь. Обязательно ее посетите. Очень сильная, эмоциональная, красивая. Вот эти деревни, вот эти года. Это очень цепляет, потому что это все очень искренне и по-настоящему. Это очень хорошо отображает истинную белорусскую женщину. А белорусские, славянские женщины — это очень сильный народ, и физический, и очень умный народ. Потрясающая выставка, мне она очень понравилась. Вот наш экскурсовод рассказывает нам про скульптуру женщины и хлеба, потому что хлеб — это что-то святое, поэтому его несет женщина. Тоже как святость. Женщина сама святая и святой хлеб. Очень интересная выставка, всем рекомендую. Приехала на Минск-Мир к Настюшке. Для меня Минск-Мир — это вообще как будто другой город какой-то. Так далеко на самом деле. Полчаса ехала, наверное, или даже 40 минут. Вот. Иду сейчас к Настюшке. Сегодня будем сидеть в My Lover Berry. Есть всякие вкусняшки. Настюшка там уже сидит. А я вот бегу. Смотрите, какая тут красота. Еще красиво. Я сегодня себе взяла мой любимый круассан с клубникой и лососем. Настюша взяла клубничку. Также взяли по чаю облепиховому, очень вкусному. И, конечно, грибной суп с гренками. А сегодня я пришла на концерт Александра Мартинкевича. Это цыганский исполнитель, очень известный. И сегодня он дает свою программу в Минске. Сегодня проходит его концерт. Практически полный зал, на 90% заполнен, даже, может быть, больше. Пришло много любителей цыганской музыки, и поскольку у меня цыганские корни, то, конечно же, я присутствую сегодня здесь. Как вы видите, много классных, смешных танцев было. На самом деле все зажигали. В общем, эти люди реально сделали сегодня мой день. Это был классный концерт, наполненный яркими эмоциями, добрыми людьми. Вот все люди, которые слушают такую музыку, это невероятно душевные, невероятно классные люди. Поэтому было очень кайфово. После концерта зашли в ресторан «Я ж тебе говорил место про еду». Заказали вот такие вкусные драники с лососем. Очень люблю хорошие качественные драники. И также заказала еще хумус еврейский с тыквенным пюре. Сейчас покажу вам красочку, которую я сегодня буду волосы красить. Вот такая краска L'Oréal 01 супер осветляющий русый натуральный. Я буду делать осветление на ней. И затем я посмотрю и наверх, да, то есть вторым окрашиванием буду уже делать свою краску постоянную. Мне нравится немного L'Oréal как осветлитель. Они хорошо осветляют волосы, но оттенки всегда получаются желтые. У них нету супер пепельных блондов. Абсолютно даже самые светлые оттенки у них, к сожалению, дают желтизну. Поэтому раз в год я покупаю какой-то осветлитель. Я не делаю это ежемесячно. Я ни в коем случае не осветляю волосы каждый месяц. Не осветляю корни каждый месяц. Я просто окрашиваю обычной краской каждый месяц, а раз в год я делаю осветление, да, для того, чтобы сделать волосы более светлыми. Вот, поэтому этот раз я купила вот такую краску, стоила она 15 белорусских рублей.
Вот, и после этого буду окрашиваться уже своей обычной краской. Она также ляжет лучше после этого. Более светлее будет оттенок, красиво. В общем, да, осветляюсь. Всем привет! Сегодняшний влог я начинаю с Минск Мира. И сегодня я привезла свою мамочку на свидание в My Lover Berry. Самое инстаграмное кафе в Минске. Я вам его уже показывала много раз. И сегодня вот решила еще сводить мамочку. Сегодня будем здесь очень-очень вкусно кушать. Крутое место для девочек, для подружек, для романтических вечеров таких молодежных парочками. Очень классное место, красивое. Часто вам показывала. Очень сильно его люблю. Мне нравится этот интерьер. И вот так вот выглядит наш с мамой столик. Вот такие блюда мы заказали. Посмотрите, какая красивая посуда. Мне очень нравятся такие постельные красивые тона, сочетание красивой посуды, столов, интерьера. Все действительно очень мило, очень женственно, располагает к приятным беседам. Поэтому я искренне люблю это место. Сейчас вам показываю свой аутфит дня. У меня сегодня вот такое бежевое платье, которое я дополнила поясом и ботинками от Prada, чтобы все сочеталось. Вот так вот я сегодня выглядела. Заказывали мы, конечно, клубнику в шоколаде. Да, заказывали круассан с клубничкой, тартар. Да, то есть реально было очень-очень вкусно. Мне очень понравилось. И еще у них очень красивая вот такая туалетная девчачья комната. Покажу вам, друзья, пушку-бомбу, которую я себе приобрела. Заказывала на Валберес. Как обычно, все какие-то спорттовары заказываю именно там. Заказала вот такой замечательный валик. Вы знаете, то, что валики я очень люблю для спины. У меня есть несколько валиков на гречихе, на травах. Но я себе купила вот такой жесткий валик. Он не мягкий, он не прогибается. Для того, чтобы делать массаж спины. Сейчас сделаю небольшую фиксацию, да. Значит, это вот такой вот ролл. Здесь есть внутренний ролл. Его на самом деле можно достать. Можно не использовать. Но можно для того, чтобы он у вас не скрипел. Лучше все-таки использовать валики, в которых внутри есть еще один такой дополнительный валик. Вот. И вы начинаете с ним работать, прокатывать себе ножки, прокатывать себе те части тела, которые у вас отекают. Также хорошо прорабатывать спинку, да, то есть реально очень крутой эффект массажа после этого валика. Вот, я заказывала вот такой вот бренд, это не реклама, это я покупала за свои деньги. Вот, ненавижу рекламу и никогда ее не смотрю, если честно, на YouTube. Если что-то рекламируют конкретно на YouTube, я это даже не покупаю. Люблю, когда приобретается все за свои деньги, тогда это более честные, знаете, более такие честные обзоры. Вот, значит, вот такой какой-то бренд. Мне он больше всего понравился, потому что здесь также инструкция идет, да, как использовать. Здесь у них есть другие товары какие-то, да. В общем, вот этот валик. Вот. Здесь про него написано, да, то есть улучшает гибкость, приток крови и кислорода, работоспособность, снимает мышечное напряжение. Вот мне это очень понравилось, да. В общем, хорошая очень вещь, полезная, есть в разных цветах. Я покупала на Черную пятницу, она была на скидке, вообще в районе там, может быть, 13 евро я платила за него. Очень крутой, классный валик. Я вот на нем уже занимаюсь около недели, да, прокатываю себе спинку, воротниковую зону, мне очень нравится. Вечером, когда смотрю сериалы, да, то параллельно еще прокатываю себе спину. И потом очень круто сплю, в общем, мне очень нравится. И цвет красиво выбирала. Ну, в общем-то, цвет такой я люблю, у меня такого цвета чемоданы и все, и вот мне очень нравится, поэтому советую вам этот ролик. Выдерживает, по-моему, он там вес до 100 килограмм, размер у него около 33 сантиметров на 14, по-моему. Вот, в общем, хороший, классный ролл, действительно вам рекомендую для того, чтобы каждый вечер вечером приводить себя в порядок, свои мышцы, да, потому что массаж нужен человеку ежедневно. Вот, поэтому очень классное вот такое вот приобретение.